Добрый день. Меня зовут Маркелов Петр. Я являюсь единственным легитимным депутатом Минского городского совета депутатов 27-го созыва по 21-му Куприяновскому округу. Ровно 616 дней назад проплаченные фигуры не дали мне занять заслуженное депутатское кресло. Но я не отчаялся и продолжил отстаивать интересы своих людей. Благодарность избирателей не заставила себя долго ждать. Завтра, 2 декабря 2015 года, в мой 21-й день рождения, белорусские студенты выйдут на марш в мою поддержку. Инициатива называется «Студенты против». Они против этого цирка, этого фарса. Они против старых половиков, они хотят новых. Точное место сбора пока неизвестно. Поэтому тем, кто желает сопроводить меня на марш, предлагаю встретиться завтра в 1:40 тут, в сквере, на пересечении переулка Михайловского и улицы Ленинградской. Мне потребуется помощь в раздаче подарочных конфет. Вы получите все необходимые инструкции тут завтра в 1:40. Не опаздывайте.